Интересно, а где он мне написал, типа, попробуй сделать в разработке, что ли? Нет. Не поймешь тебя. А, глушающая винтовка, уже третий уровень можно прокачать, но что-то я редко пользуюсь, пока не буду. Дробовик оглушающий, вообще не серьезно, по-моему. Это надо пробовать, эта приманка у меня есть, но, блин, в общем, на все вообще не получается. Все прокачать, ну, все попробовать. Оглушающий протез. А, это третий уровень оглушающего протеза. Фу. А вот айдроид надо прокачать, вот что важно. Наверняка. Что? Увеличение числа отметок, серьезно? Это все за 85 000. Окей. Так, меню базы, раздел изменить. Окей, спасибо, спасибо за полезный совет. Оружие, кстати, вертолет надо посмотреть, я же что-то менял. Да, у меня же есть теперь. Вот что есть. Новый Нурс есть. Ловушки все стоит. А, не, не новый, это старый Нурс. Переключи сеть, я нападу на твою базу. Не нападешь, у меня еще не на что нападать, к сожалению. Надо что-то. О, очки ночного видения. Не хочу, чтобы у врага были очки ночного видения. А, так денег больше будет. Так это как? Я не очень уловил. А, какой транспорт? Господи, я еще ничего же не эвакуировал. Не, просто хочется в это верить. Давайте посмотрим. Так, основа. Ага, это все понятно. Можно апгрейдить в рамках прокачанного, да? Раз что расцветочку можно поменять. Я даже не знаю. Слишком сложно. Не буду. Так, оставлю в покое пока пистолет. Можно ли прокачивать оружие напарников таким образом? Вот хороший вопрос. Получается, если прокачать сейчас снайперку с глушителем, то я смогу ставить глушители, правильно понимаю? На дуло. Дульные носа. О, да! Я могу уже модифицировать. Отлично. Спасибо тебе, оружейник. Блин, чем эти все дула отличаются? По параметрам я вообще не вижу никаких изменений. Арик, я выше написал, если будешь технику и транспорт фултонить, потом продавать. А, да я знаю, что можно продавать. Я знаю. Пока нужды нет. Чем отличается? Лучше напишите мне, чем вот это, в чем отличие дула просто для красоты в данном случае. Ресурс малый, ну что поделать.
Это скины для красоты. Окей. Но не все тут для красоты. То есть можно поставить нормальный этот, как его. Блин, прицел можно менять там кратность. Но тут у меня два одинаковых, просто не знаю, этот решил поставить. Будут отличаться. Скажите, я забыл прочитать. Квайт в итоге можно как-то модифицировать винтовку? Или только через прокачку? Прицел, да, спасибо. Вопрос не по теме. Можно заказать кружку игромании в Питер? Я думаю, что почему нет. Так, получается, так. Только разработка. Спасибо, спасибо. Так, надо вот сюда. Почему я не могу дульную насадку поставить? У меня же вроде есть винтовки. А, надо, наверное, этот тип винтовок именно. А если я в эту винтовку поменяю. А, не летального магазина у него нету. Надо посмотреть, что можно тогда у этой винтовки еще поменять. Как там поживает Василий? Если вы у нас на Вайбер на наш подписан, то вы можете посмотреть. Она постит все время фотки из Греции. Все хорошо, я думаю. Пока деньги есть. Это главное. Арик, как? Так, это я уже ответил. Так, тогда в винтовке пойдем. Я вот, если я правильно понял. Вот они, Ун-Арк. Я не знаю, как расшифровывается. Если есть правильное, то извините, не хотел обидеть создателей этих винтовок. Во-первых, можно. Ага, это все время. Печаль. В любом случае можно прокачать вот эту винтовку. Почему-то у нее нельзя. Нету вариаций с глушителем. Это меня печалит, конечно, сильно. Я, кстати, куда-то все деньги просадил только что. Ну, ладно. Не страшно. Я не смог сидеть молчу не в вертолете, когда она в крови, слишком жутко для меня. Ну, есть немного, да, жути на ней. Сейчас я просто все это менеджмент базой надо заняться. Сейчас я закончу. То есть, как заняться уже, закончить. А денег-то и нет, кстати. Надо заработать денег. Блин, еще вот, конечно, то, что появилось еще и модернизация оружия, это, ну, с ума сойти, можно все модернизировать бесконечно и бесконечно, и бесконечно. Так, а, пистолет же ничего нет, зачем я полез? Так, я специально. И ничего не появилось, кстати. Я вот прокачал эти винтовки, адоп стволов и прочего.
вариаций. Ну ладно, жаль. Продать ценные металлы в ресурсах, они тебе сейчас не нужны. Не, продавать я ничего не буду. Если можно легко заработать, зачем продавать? Просто одно такое задание приносит там 60 тысяч денег, например. Уничтожение тяжелой пехоты 80. Давайте, да, тяжелую пехоту я хотел. Вот она, родимая, с дичайшим глушителем. Скажите, кто-нибудь, куча техники из центральных орудий пригодится вообще или можно продавать спокойно? Я не знаю, но мне кажется, мне кто-то говорил, что пригодится. Для онлайна точно должно пригодиться. Найди чертеж ракет РУК, очень эффективно против тяжелой пехоты. Спасибо, посмотрим. У меня, кстати, есть, по-моему, усыпляющие, то ли оглушающие гранаты. По идее, граната должна работать тоже против тяжелой пехоты. Но не факт, это домыслы. Арик, помой кровавую леди. Не получится. Потому что кровавая леди это Снейк. Арик, вызови доставку припасов, чтобы коробка на коня упала. Это весело. Не, ну на коня вверх не упадет, потому что конь не со мной, со мной Квайт. Во-вторых, зачем? На Квайт я уже сбрасывал коробки. Хватит с нее. Мне кажется, что перебор все же с кровищей на персонажах. Нет, все хорошо. Мне нравится кровище на персонажах. И в Dragon Age, и в Bloodborne, и здесь. Так что это, мне кажется, на любителя. А как думаешь, тебя хватит на всю игру? Меня-то хватит, главное, чтобы времени хватило. Но я планирую Metal Gear пройти, для меня все-таки это важная серия. Что-то я хотел сделать. А, я хотел посмотреть, какая связь у меня с Квайт, пока она там разведывает. Я нашел единственный способ, как смотреть точное количество связей, это вот в разработку заходить. 54 уже. Отлично. Скоро будет снайперка с глушителем, и будет вообще счастье. Забавно вообще. Там что, один чувак, что ли?
Две цели и все. Не помню, лицо открыто или закрыто. А, лицо закрыто. А если схватить его, можно схватить, интересно? Сейчас попробую. Квайт разговаривает. Нет, она же молчунья. Да одна из, собственно, интрига, почему она не говорит. Ну, интриг, касающийся Квайт, конкретно. На всякий случай приготовлю, так, оглушающую гранату. Если что. Здесь на них с материалами. Спасибо. Танк этот отправляешь. Так. Так, так, так. Это было несложно. Так, ладно, потом добро соберу. Блин, вот сделать бы Квайт сообразительную, чтобы она не стреляла в этих, как это называется, в шлемы. Она же не может их пробить. Блин, такая тяжелая пехота, конечно. По идее, тяжелую пехоту надо... Ну, то есть, какой-нибудь следующий уровень будет наверняка пехота, которую нельзя будет все-таки схватить. Она их сбить может. Но вот этому из транквилизатора не может. Только что она выстрелила в каску, и пуля отскочила. Может, чтобы Квайт атаковала, не будут смотреть на нее. Это я понимаю. Арик, пока я спать. Счастливо. Спокойной ночи. Так. Блин, побочные миссии невозможно перестать выполнять. Просто. Танковое подразделение, может его эвакуировать? Я же по идее могу сейчас танки эвакуировать. Почему бы нет? Разве что это довольно далеко. Можно через вертолет, в принципе. Рави Черняк, да, это я. Хочется эвакуировать, конечно, танки. Почему-то. Ну, сейчас, в любом случае, через вертолет это все надо делать. Потому что пешком далеко слишком. Почему глушитель ограничен ресурс? Можно его прокачать насколько? Ну, разные глушители, разные ресурсы. Да, вы качаете оружие с новыми глушителями, более крутыми. Их можно потом, когда кастомизируешь, ставить на другие пушки. Сайдоп-лист опять... Он опять заапдейтился. Вы серьезно? Опять в Афганистане что-то новое? Нет, не в Афганистане, видимо. Видимо, что-то одно добавилось. Уничтожить ли бронемашины? Да не, ладно, давайте пойдем. Давно мы не играли основные миссии. Сейчас я посмотрю, какие побочные миссии в Африке.
Опытный боец, тяжелая пехота, разминирование, эвакуация контейнера. Да нет, пойдемте на основную. Там походы и на эвакуируем все подряд. Так, всего одна миссия сюжетная, 16 уже, кстати. Караван предателей, заберите груз на ЧВК, предположительно являющийся платой шифру, груз необходимо эвакуировать вместе с транспортным средством. Да, кстати, я все равно на эту миссию не смог бы пойти без проапгрейженных фултонов, так что хорошо, что я логистика в 15-й миссии взял. Новые побочки добавляются и добавляешь. Но их ограниченное количество, всего 150 штук. Поэтому рано или поздно они кончатся и просто начнут повторяться. Ну, просто однотипные побочки я уже не все буду выполнять. Только если охота будет. Между сюжетными миссиями иногда делать перерыв, например. Так. Хотелось бы, конечно, чтобы Quiet была с глушителем, но фиг с два. Вот, красные точки высадки это, ну, скорее всего, будут замечать и обстреливать, поэтому мы выберем обычную. Довольно большая территория, кстати, задание. Нажми треугольник, тебе расскажут. Я уже прослушал просто конкретно этот бриф, поэтому не буду его второй раз слушать. Вот, я сейчас сменю наряд свой. Потому что в джунглях все-таки надо болото, наверное. Болото же. Или все-таки или все-таки лес. Лес, наверное, будет более актуальным. Арик Кочей, ракета Панч, весело, эффективно. Он мне разве открыт? Мне казалось, нет. Фига у Биг Босса ножище. Так, Арик, ты за что девушку кетчупом обмазал? Да, забыл какой-нибудь аксессуар костюмчику, да, там можно. У таких обычных камуфляжных есть аксессуары, типа шарфик, как у Оцелота, там, ну, в духе. Так, надо ее послать по традиции на разведку. Молчунья в упор со снайперки стреляет, она вся в крови. Да, все так. Она стреляет в упор. Я никого не вижу. Во. You've reached the guard post.
Лучшая тактика — это змейка и коробка. Да, кстати, с коробкой там же можно наклейки на нее вешать, в общем, там нормально развлечься. Так. Не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Отлично. Ага, папка тут есть. Это же жесткая миссия, ты офигеешь, да? Я ожидаю подставу какую-то. Она не стреляет, если ты захват делаешь. Ну, хорошо. Так, охрана уже выехала к месту встречи. Пусть я ничего не знаю, что за ложь. Надо было дать команду Quiet целься, а потом нападать. Ну, я вообще не рассчитывал с шумом это все проворачивать сейчас. Ну, как-то так вышло. Так, да, кстати, мне же какую-то инфу дали. А, здесь цель. Куча всякого добра. Так, это она напевает? Да, это она напевает. Миномет, когда под танком стоит, обидно, хочется его, ну или пулемет, хочется его стащить, а фиг с два, потому что... Фултон через стенд не умеет. Но потом вроде должен появиться, если прокачать там Фултон, который, блин, вообще через телепорт все отправляет. Так.
пойти, что ли, работу найти, чтобы приставку МГС купить достойно. Хорошая цель. Харик, врубай на плеере музончик для фанфиков. Выстрел голос с сапогом по морде, допрос с сапогом по морде, Фултоном на базу. Обычный день Биг Босс. Да. Типа того. Так, я же правильно, да, и назначил, да? Все верно. О, господи, я упустил солдата. Арик, готовь С4. Зачем у меня есть Фултон? Зачем С4, если есть Фултон? Мне же колонну взрывать не надо, я же могу ее просто зафултонить. Арик, колонна уже движется. Ну, я попробую. Арик, не вырубай музыку, а то YouTube блочит просмотр для сторонних соцсетей. Окей, окей. Придется потерпеть. Пока Joy Division, конечно, не найду. Когда найду Joy Division, уже ничего не поделать. Ох, нифига себе. Тут все серьезно. Чуваки с ночным видением. Как я их терпеть не могу? Ой, что-то сейчас будет, я чувствую. Колонна с другой стороны. Да я понимаю, что с другой стороны. Мне же надо как-то до нее дойти. Да, и не подсказывайте, друзья. Я сам своими силенками справлюсь. Внутри самоубийства, я догадываюсь. О! Скажешь что-то об этом? Нет. А завтра будет игромания утром? Нет, просто мы до последнего не могли решить во сколько и как, что завтра будет. Так что... Не, не переживайте, завтра будут стримы. Завтра будет PES и, возможно, не Divinity только, а Destiny.
Так, не то я хотел вот это. Я не вижу, у него есть шлем или нет? Засыпай. Отлично. Надо будет, наверное, как-нибудь с собой все-таки какое-нибудь летальное оружие брать. Потому что... Потому что, ну, чтобы фонари выключать хотя бы, я не знаю. Наверное, надо кого-то допросить. Ой. Боюсь даже встать. Мне кажется, если я посреди аэропорта встану, сейчас начнется. Опоздал, да. Видимо. Арика, ты качаешь протез Биг Босса? Да, иногда прокачиваю, но все время забываю взять его, потому что, ну, типа, вообще не пользуюсь рукой. Если ты свет вырубишь, сразу шум будет. Нет, если из винтовки выстрелить. Так, это приманка. О, орудие зенитное можно стащить. Это тоже приманка, походу. Да. Кто, правда, мяукал? Это Квайт поет. У меня кошка, да, но она вроде не мяукала, или я просто не обратил внимания. Зенитку собру сейчас. Ощущение, вот этот снайпер вообще один тут на всей базе. Он, по-моему, на этом здании, да, сидел? Блин, я как будто какой-то город-призрак прибыл. Шутковато. Неужели проснулся и случайно нашел чертеж? Неужели так быстро проснулся, чувак? Блин, тень. Смотрите, там чувак. Спалил его по тени. Офигеть. Кто бы мог подумать. Квайт, вот где ты сейчас, когда ты нужна?
Так, это птица. Реально мявкает кто-то. А, это в игре, господи. Это в игре какое-то животное, я не знаю, какие-то или что-то типа того. А, вон снайпер лежит. Квайт, выстрели, пожалуйста. Квайт, квайт, выстрели. Класс. Тревога — это плохо, мне что-то подсказывает. Где грузовик-то? Я все упустил, в общем. Так, куда-то надо команду отдать. Не, она просто где-то ходила. Вон она сейчас стреляет нормально все. Так, что-то ничего полезного они не говорят. Должен следить за квадом, чтобы она рядом была, могла стрелять. Да, окей, спасибо. Видимо, не доследил. Я все равно, кстати, не понял, пока что. Что за Кизиба Кемп? А, Кизиба Кемп, вот он. Все, я понял. Я понял, куда идти. Поторопись, блин, мне километр бежать. Полтора. Машину бы. Неужели я миссию завалю, если не успею? Вот это будет обидно. Машин, кстати, никаких я не вижу. Что, въезд, выезд? А, вон дорога. Понятно. Так. Пускай Квайт метнется, она же может. Да, видимо, за фейлю. А где плотва? Плотва дома. Спит. Блин, машину где взять? Плотву придется, видимо, вызывать. Хотя плотва будет долго очень. Походу я зафейлил эту миссию. Не знаю, успею ли я. Может. А, я знаю, можно же Квайт теоретически послать атаковать туда. А, я ее. Да, я же ее отправил. Ладно, посмотрим сейчас.
Успею ли я? Не успеешь. Да я вижу уже. Блин, вот такие миссии я терпеть не могу, конечно, просто. Когда ты, блин, у тебя она на время, но ты не знаешь об этом. Да, ну поскакали, конечно.